Здравствуйте, это программа «Городские встречи». Меня зовут Максим Васильев. И в гостях у нас сегодня, как бы вы думали, восходящая музыкальная звездочка России, суперфиналистка проекта «Голос дети» Маша Политикова. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте. Вы в каждом из своих интервью на телепроекте «Голос» говорили о том, что еще не осознали, что с вами происходит. Сегодня осознали, что произошло? Нет, я ничего осознала, ничего, от слова совсем. Мне кажется, я даже не осознала, что еще кастинг до сих пор прошла. А, то есть, уже еще попал на проект, а он уже закончился. То есть, я вообще ничего не осознала. Но, тем не менее, волнение присутствовало перед каждым этапом. Да, определенно. В какой-то мере оно присутствовало, но я очень рада, что не прям, чтобы меня трясло. Такого не было, и я... Очень рада, что такого не было. Хорошо. Вы говорили о том, что изначально представляли себе вдруг повернуться, если наставники, то выберите обязательно Басту. Почему именно он? Я не знаю, честно. У меня, то есть, просто душа так легла. Я еще изначально, то есть еще до слепых прослушиваний, даже до того, как знала, кто... До того, как узнала, кто будут в жюри сидеть в этом году, я была уверена, что если Баста, значит, иду к нему. То есть безоговорочно была уверена. Не разочаровались? Нет, определенно нет. Какой он человек? Какой наставник? Он очень добрый, харизматичный, в меру строгий, как, мне кажется, очень даже хорошо в этом плане. Знает, чего хочет, то есть он всегда конкретен и определенно с невероятно классным чувством юмора. Вы знаете, у нас как бы изначально не было такой вот прям задачи, мы должны победить, это супер, там, это финал, это лучший конкурс страны, это там все смотрят, то есть вообще я как бы Машу не настраивала на это, я просто ей изначально сказала, чтобы она кайфовала от процесса. Потому что вот эта сцена, это общество, эти люди, вот это вот все вот увидеть, это все за кадром, это все прожить, прочувствовать, это вот, ну, на самом деле, это дорогого стоит. И мы просто вот, ну, получали огромное удовольствие, и Маша этому доказательство, от каждой минуточки просто вот прожито на этом проекте. Не могу не задать этот вопрос, он присутствует во всех комментариях. Кто определяет выбор песни? Наставники или же сами участники? Выбор песни осуществляется наставник и его команда. То есть люди, которые работают за кадром вместе с наставником, они обсуждают варианты и приходят к какому-то одному варианту. Ну, у вас две песни Аллы Пугачевой были, и первая, и последняя, скажем так, да, в суперфинале. А почему именно эти песни были выбраны? Если честно, я не могу об этом сказать, потому что я не имею представления. Но думаю, что, может быть, я так запомнила зрителю, как исполнитель песен Аллы Пугачевой. Может быть, я не уверена. Вы готовились долго к этому проекту? Да, получается, я готовилась практически год к этому проекту, потому что я прошла кастинг в том году на «Голос Дети 7». Но до меня не дошла очередь, все команды уже были наполнены, и нас переставили на этот год. Я на самом деле очень благодарна Вселенной за то, что так случилось, потому что если сравнивать меня с прошлым годом и сравнивать меня в этом году, это просто небо и земля. Чем удалось прибавить, вот на ваш взгляд? В вокальном росте. То есть я очень-очень выросла за этот год и очень усердно готовилась, мы выбирали песни. И я очень благодарна, что так все-таки случилось. Вы говорили о том, что очень любите движ, да? Так называемый. А за кулисами проекта «Голос» много ли удалось заполучить друзей? Да, и это невероятно классно. Я так благодарна людям, которые были со мной в этом проекте, с которыми я познакомилась в стенах этого проекта. И определенно и люди, которые работали за кадром, то есть редактора, операторы, звукорежиссеры, стилисты, визажисты. Это отдельная вообще история. А и друзья, с которыми мои товарищи, как сказать, коллеги по проекту. Я невероятно счастлива, что я встретила настолько творческих
и креативных людей в моей жизни. Это очень круто, я прям очень счастлива. Поддерживаете ли вы сейчас отношения и будете ли поддерживать и, скажем, и с Бастой, и с наставниками, и с участниками проекта? Я очень надеюсь, что да, и полагаю, что да, но проблема в том, что и наша команда, и дети из других команд, мы буквально разбросаны по свету, то есть каждый из нас живет в разном практически уголке мира, и мы очень далеко друг от друга находимся. Но когда случается такая возможность, мы стараемся встретиться. И я очень надеюсь, что мы еще встретимся всей командой и всеми ребятами. Подождите, давайте, 3-4. Это «Голос дети». Вернемся из Москвы в Рязань. А как изменилась ваша жизнь после вот такого звездного выступления? Стали ли больше узнавать на улице? Как относиться стали одноклассники, одноклассницы? Друзья, может быть, по-другому стали смотреть? Нет. Кстати, друзья, одноклассники со мной общаются. То есть я и наравне общаемся очень вполне себе. И учителя, ну, они просто говорят: «Маш, ты молодец». Ну, прям чтобы так выделяют перед всеми. Мне кажется, что такого нет. А в городе, на улицах узнают нечасто, но в школе ко мне часто подходят обниматься люди, которых я не сильно знаю. И они говорят: «Маша, ты такая молодец». Я такая: «Спасибо. Спасибо большое». А, безусловно, мне очень приятно, когда ко мне подходят, когда фотографируются, когда выкладывают, отмечают. Это очень приятно. И если вы стесняетесь ко мне подойти, то не стесняйтесь. Я всегда буду рада новым знакомствам, новым встречам. И, в общем-то, да. Вы в ТикТоке присутствуете, да? Да. И записываете ролики. То есть, иногда. То есть ребята могут подойти и с вами записать любую историю? А если я в данный момент не сильно занята, то есть если там я не... Обычно я на улице очень редко появляюсь, как гулять, потому что буквально все расписано по минутам и... Да, к этому мы еще вернемся. Да. К вашему расписанию. А, это вообще кошмар. Вот, если я не занята, то, конечно, можно ко мне подойти и записать тиктоки, видео в инстаграм, сторис, вообще без проблем. Я заметил, что у вас на руке появилось глиняное колечко, да? Да. Которое вы сделали сами, насколько я понимаю. На счастье. Да, но счастливое колечко на самом деле, потому что, даже не знаю почему, но почему-то я решила, что это счастливое колечко, и оно мне правда принесло удачу. С учебой не сильно пришлось догонять, скажем так, сверстников, исходя из того, что приходилось? Ну, вообще, я разбирала некоторые темы с репетитором, а так, в принципе, догоняя и учителя, то есть они, мне очень повезло с учителями, они очень понимающие, и, то есть, если я говорю, что я там, простите, пожалуйста, не успела что-то сделать, она говорит, мне разрешают принести на следующий день, либо рассказать после уроков, и что-то исправить, донести, дорассказать, то есть, в этом плане все, я очень благодарна своим учителям. Вы, как считаете, вы другой приехала из Москвы или же нет? Что-то поменялось с вашим участием, с вашей, можно сказать, победой? Потому что тройка суперфиналистов – это все равно победа. Я очень сильно изменилась внутренне. И, то есть моя жизнь в хорошем смысле разделилась на до и после. И это невероятно круто. Я очень благодарна этому проекту за... То есть это для меня стало настоящим домом. Просто я безумно благодарна. И, кстати, рязанцы наверняка голосовали, потому что... Мы точно устраивали рекламу вашему выступлению, и мне кажется, что рязанцы откликнулись. И не просто потому, что вы рязаночка, а потому, что вы очень талантливый человек. И мне кажется, что земля должна гордиться такими ребятами, как вы. Ну, наверное, я поиграл бы раньше времени, но тем не менее, мне очень хочется, чтобы ваш талант не останавливался на этом проекте и двигался дальше. Да, мне тоже очень хочется. Мне очень хочется развиваться и достигать новых целей. То есть нет такого, что вот я вот достигла уже чего-то и все. То есть на этом заканчивается. Я наоборот, я хочу достичь невероятных высот в своей жизни. То есть и меня это даже иногда пугает. То есть мои амбиции порой превышают мои возможности. Но я очень стараюсь идти к своей цели и
развиваться в вокале, как и в вокале, и в учебе, и внутренне. И... Амбиции, связанные с музыкой? Амбиции, связанные с жизнью. То есть я очень хочу стать в жизни успешным человеком. И даже если у меня получится, то я очень хочу поступать за границу. Но это для этого нужно потянуть учебу, чем я, собственно, сейчас и занимаюсь. А музыкально, какую музыку вы вообще слушаете? Что нравится вот в ваших наушниках? Какая музыка звучит? Я достаточно разносторонний человек. То есть это может быть от тяжелого рока до буквально до Бетховена в моих наушниках. Либо аудиокниги, какие-нибудь сказки. По настроению, да? Да, то есть когда как. Я могу слушать Эминема в наушниках идти. Либо могу слушать идти... Не знаю, классическую музыку даже до этого иногда доходит. Ну а вокально, кто нравится из певцов, певиц? Я очень восхищаюсь вокальными данными Арианы Гранде. То есть я очень хочу достичь примерно такого же уровня в вокале. Мне очень нравится девочка «Полна любви». Она, у нее фолк-инди. Инди-поп, то есть в этом направлении. Мне безумно нравится ее вокал. Мне безумно нравится ее стиль одежды, ее стиль в музыке. То есть просто я восхищаюсь этим такое, человеком. Чего не было на эстраде. Да. Я видел этот, я клип видел, «Полна любви», шикарный голос, да, у девочки, действительно. Я обожаю эту певицу просто. Фолк-рок как направление близко вам? Я, если честно, не могу сказать. То есть я не знаю, в каком... направлении в музыке я вижу именно себя. Я даже не знаю, мне кажется, об этом даже не задумывалась никогда. Ну, музыкальное образование вы хотите получить, там, консерваторию закончить? Или, я, или не, это... я не хочу пока об этом думать, я пока в 7 классе, я не хочу думать о своем будущем. Я не хочу знать, что будет, когда я закончу школу, когда мне придется выбирать, куда поступать, на кого поступать. Я не хочу об этом думать, я хочу пока жить... Сейчас. Ну, замечательно. А «Голос дети» — это первый проект для вас музыкальный? А где вот я продвинулась настолько далеко? Да. Определенно, да. То есть я пробовалась в разных проектах много. Ну, много. Но чтобы продвинуться настолько в «Голосе», то есть дойти до суперфинала, это просто невероятно. Для меня это просто невероятное потрясение на самом деле. И я невероятно счастлива. Ну, наверное, не в последнюю очередь, потому что у вас отличные наставники. Да, которые да. готовили вас конкретно к каждому выступлению. Да, 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 да. И это тоже, это просто отдельное спасибо, нужно сказать, этим людям, которые были со мной, которые меня наставляли. Это за это огромное спасибо. Просто вот мои педагоги — это святые люди, если можно так выразиться. Я им безмерно благодарна за это. Это тот момент, когда к нашей Маше повернулось сразу три наставника. Маш, скажи, пожалуйста, ты счастлива? Безмерно счастлива. Девчонки, давайте ее поздравим. Поздравляем! Я Машу узнала до того, как она еще пришла в театр. Я ее увидела в летнем лагере звездный. Она впервые, не знаю, впервые, может быть, не впервые, но она вышла на сцену, она была такая забавная, в каких-то разных кедах, такая смешная, и я еще тогда обратила на нее внимание, на эту девчонку, которая такая вот светлая, и улыбалась, рот всегда был до ушей. Вот, наверное, взгляд на жизнь, вот этот позитивный настрой, он очень помогает детям продвигаться. Самое главное – это верить в то, что там впереди все будет замечательно и хорошо, а не постоянно что-то анализировать, копаться, ковыряться, сравнивать себя с кем-то. Потому что каждый ребенок, конечно, индивидуальный. Аниме. Итак. Вообще аниме для вас – это что? Я не знаю. Для меня это, наверное, то есть одна из частичек моей души. То есть... Мне кажется, я вообще заметила, что очень много творческих людей, они достаточно разносторонние. И, это то есть, верно. Да, и у меня вот очень много творческих друзей, и они все смотрят аниме. Я даже удивилась. Но я начала смотреть довольно недавно. То есть у меня подруга, которая мне сказала, Маш, посмотри, пожалуйста. Я такая думаю, нет,
простите, что это, я не буду смотреть. Но потом я поняла, что я очень сильно ошибалась. И то есть для меня это стало прям частичкой души. Косплеем не хотите заняться? Я не знаю, у меня пока нет времени. Но думаю, что когда я вырасту, то есть когда я подрасту немножко, тогда, может быть, даже и попробую себя в этой сфере. А любимый герой? Самый любимый герой, наверное, из безмерной классики. Из «Ходячего замка Хаула», сам Хаул. Просто я обожаю этого героя, то есть прям вот, да. А вы и в ТикТоке снимаете подобные ролики, да? Да, иногда. Но я в ТикТоке сейчас очень редко снимаю, потому что у меня нет достаточно свободного времени, сколько хотелось бы. А что делать с этим временем? А ведь еще очень много всего неизведанного. Ой, да, ужас. Ну что же, Маша, пожелаем вам оставаться такой же жизнерадостной и целеустремленной. Спасибо за участие в нашей передаче. Спасибо вам большое за приглашение. А я напоминаю, у нас передача сегодня была восходящая музыкальная звездочка, надеюсь, не только Рязани, но и России, Маша Политикова. Оставайтесь с нами.